Сотни обманутых и миллионы потерянных денег – таков результат работы мошенников на Колыме в 2017 году. В Магадане жертвами жуликов становятся не только пожилые люди, но и среднего возраста. В прошлом году в результате действий только от виртуальных грабителей пострадали более 300 человек. Ущерб – 9 миллионов рублей. Полицейские отмечают, что 6 лет тюрьмы по статье «Мошенничество» мало кого устанавливает. В этом году в правоохранительные органы уже поступило больше 20 заявлений от обманутых горожан. Один из самых популярных видов обмана – телефонный. Сим-карты, с которых звонят преступники, оформлены на подставных лиц. Украденные деньги быстро выводят на фиктивные счета, которые очень сложно отследить. Раскрываемость таких дел низкая. В последнее время участились случаи приобретения сотовых телефонов, вместо которых приходит, к сожалению, кусочек мыла, допустим, или же бутылочка какого-нибудь одеколона, например, и так далее и тому подобное. То есть множество таких фактов имеет место быть, к сожалению. Чтобы избежать обмана, сотрудники полиции рекомендуют не сообщать неизвестным сведения о вашей банковской карте, пароль, паспортные данные и другие личные сведения. От некоторых видов мошенничества, уверены полицейские, можно защититься, установив на телефон антивирус.